Йоу, всем привет, с вами Кинг Сара, и как вы уже поняли по названию видео, сегодня я снова попробую поработать. Только теперь не в магазине косметики, а в магазине одежды. Мне очень интересно, потому что это все равно как бы разные сферы, и меня ждут, скорее всего, другие обязанности. Поэтому, надеюсь, вам тоже будет интересно. Опять-таки, конечно, обязательно на свой рабочий день я надеваю футболку магазина. Единственное, у меня есть выбор из 5 цветов, но мои подписчики в Инстаграме проголосовали за бежевую. Она мне, в принципе, нравится, поэтому, наверное, я останусь в ней. Единственное, я боюсь, что если я вспотею, то будет видно. Как вы видите, у меня тут есть белая, розовая, черная и голубая, но раз подписчики выбрали бежевую, значит, надеваем бежевую. Сейчас немножко уже 1:30, у меня рабочий день начинается в 2, а мне нельзя опаздывать, поэтому сейчас я буду уже выезжать. Тут все говорят Кинг, но не Сара. Кинг Сара. Сегодня мой водитель мамзель. И мы уже едем на мою работу. Моим оператором сегодня будет Раида, но мне кажется, она, как обычно, опоздает. Я не могу перенастроить свой мозг, пользоваться новой камерой, потому что там чуть-чуть все по-другому, поэтому я снимаю пока что на старую. А еще там будут стоять мои планеры, поэтому если кто-то вдруг решит их купить, то я взяла с собой беспроводные наушники, чтобы положить коробочку, и кому-то рандомно попадется такой сюрприз. И сегодня я буду работать в магазине MSQ, это казахстанский бренд одежды, который мне очень нравится, и они предоставили мне такую возможность. Итак, со мной стоит Ангелина, она мерчендайзер магазина MSQ, и сейчас она скажет, что же я должна сегодня сделать. Базовая техника продаж, немного поработаем с покупателями, поработаем на кассе, может быть, немного померчим, и самое интересное, это работа в примерочной. Вот такой вот рабочий день меня сегодня ждет, поэтому приступаем. Как тебя зовут? Дания. Короче, мы сейчас будем искать футболочку, джинсы, да? Да, либо шорты, да, какие-нибудь? Вот, 36 размер. Нет, и давайте посмотрим еще шорты, да, какие-нибудь. Вон там вот есть, как вы хотели, бермуды длинные. Вот, вот такие вот спортивные, сейчас стильные, в таком мужском стиле. Какой вам цвет нравится? Вот эти, да? Так, сейчас посмотрим размер. Размер М. Вот такие вот. Классный цвет. Нежно-зеленый, да. А, вот, точно. Подсказка. Мне тут подсказывают, что есть футболка. Вот эта футболка подходит, да, по цвету? Если ты хочешь прям такой однотонный лук, лучше М-ку. Ой, май гад, простите. Мы не специально. Давайте я провожу у вас примерочную. Да, пошлите. Так, вот у нас свободная примерочная. Я кладу ваши вещи. Вот. Добро пожаловать. Мне по секрету сказали, что нужно делать кросс-продажи. Это когда, допустим, человек мерит там вверх и низ, то предложить ему кроссовки. Или, допустим, я хочу предложить панаму. Просто предложим, вдруг захочет. Хочешь померить с панамой? Какой-нибудь зеленый или розовый? Этот костюмчик прикольный. Прям комфортно, как будто в нем супер. Итак, давайте подойдем к девочкам, которые подходили ко мне ранее. Вам чем-нибудь помочь? Спортивную. Да. С шортами? Да. О, у меня сегодня продаются шорты с футболкой. И к ним можно вот как раз подобрать футболку. Есть с дырками, смотри, тут прям на все колено. Mm-hmm. Как тебе? Нормально. Или есть как бы тоже дырявые, но не прям, не сильно. Давайте тут прям вот такие вот. У тебя какой сказать размер? Вот, мы померили Айшеда джинсы и маечку. Очень мило выглядит. Прикиньте, лично от Сары покупаете. Да, это я же. О! Какие ощущения, Сара? Классные, да? Оплата картой или наличными? Оплата картой или QR? Ой, я писать не умею, спасите. Покупает еще один планер, и я его... О, ручек! Ой, держите. Ой, что-то очень плохо, я ручек. Я первый раз в жизни буду снимать... А, господи! Пакет можно сюда положить, чтобы было удобно. Давайте его оба положим. Это же планер, да? Да, да. Планер в один. Спасибо за покупку. Что, они красивые? Очень, вы посмотрите. Вот, я хорошо поправила. Делаем вид, что я поправляю. Тут все, вот, под цветовой. Тут все на пуделе, смотрите. О, нашла работу по пути. Свободные примерочные нужно
открывать, чтобы люди видели, что они свободны, поэтому я их... У нас тут в раздевалке вещи, которые не подошли. Я сейчас их возьму и буду расставлять по залу. Вы знаете, где белая комната? Уже запомнила, молодец. Сара, давай быстрее, у тебя покупатель ждет в примерочной. Скорее беги, Сара, все, бегом. Скрытая камера. Мою работу забирают. Можете меня проконсультировать? Мать пришла, ей тоже нужно взять покупки, да? Сейчас я тебя проконсультирую. А у вас есть одежда по параметрам? Талия и возраст покинули час. Вот я маме собираю луки. Вот видите? Это же мамзель сама себе нашла. Неправда. Это мои две последние клиентки. Вот мама шорты мерит, Раида платье. Вот так вот красивое. Мерит. Сара, я вас обожаю. Вы забыли. Пошли в мужской отдел. Всем привет. Всем снова привет, сори за резкий переход, я не закончила то видео, потому что у меня села камера. Но я продолжаю влог, и сегодня наступил новый день, и я проснулась в 8 утра. Птичка села! Сегодня у меня на завтрак яблочные оладьи. Вообще без понятия, что это, но надеюсь, съедобно. Интересно, их надо греть? Вкусно. Мы с мамой выезжаем на растяжку. Она сказала, стрейчик, но мама, если что, это то же самое. Спустя 100 лет мы нашли студию, потому что мама нас запутала. Ну, через 100 лет нам ответили вообще-то, что они работают и что они живы. Администратор, привет. 9 лопус максимальная садика. Хорошо. Шаг второй, третий, встали и вернулись. Поясницы не погибаемся. Вдох, поднялись наверх. 2, 3, 4. Груди тянемся максимально вниз. Лопатки вместе с земли, голову тянемся назад и возвращаемся. Мы вышли с мамой с растяжки. Мне понравилось, тебе как? Мне очень понравилось. Вот, может быть, будем... О, Господи, светло было. Может быть, будем вместе ходить. Кстати, ребят, для тех, кто до сих пор не знает, я выпустила свои планеры King Notes. Они супер офигенные. К ним идут 2 стикер-пака и открытки. Вот, например, одни из моих разворотов. У него очень плотные, качественные, приятные на ощупь странички. Я оставлю ссылку в описании на сайт, на аккаунт для тех, кто заинтересуется. Доставка планера есть и по Казахстану, и по России, и по Кыргызстану, и другим странам. Я очень старалась, создавая его, поэтому я буду очень вам благодарна за поддержку, если вы вдруг приобретете мой планер. Ну, в общем, ссылка в описании. Сейчас я буду делать себе массаж гуаша. Для этого я наношу сыворотку с маслом дамасской розы. Правда, она у меня заканчивается. В общем, это будет супер долго, поэтому заканчиваем. Я сейчас крашусь. Кстати, летом начала пользоваться кушоном. Первый раз в своей жизни, и мне очень нравится. На лето прям офигенно. Мой называется Yes Room. Я хочу сейчас ездить в магазин косметики, потому что у меня много что закончилось из уходового. А еще мне нужно купить подарок Карине Колд, потому что сегодня она позвала меня на день рождения. Мне так лень идти куда-либо. На улице так жарко. Мы вышли с магазина косметики, и просто посмотрите на то, какой длинный чек, который летает тут. Вот просто примерно сколько всего я взяла. Девочкой быть очень невыгодно, поэтому рождайтесь мальчиками. Ну хотя, да, мальчикам нужно ухаживать за девочками, поэтому, надеюсь, все равно. А чтобы за девочками ухаживал мальчик, нужно тоже вот такие чеки. Я только что купила в магазине вот такие вот желейные штучки. Тут яблочная, клубничная, ананасовая и апельсиновая. Сейчас будем пробовать. Только аккуратно, чтобы тебе в горло не светлось. Серьезно? Что с тобой, корова, блин, вообще? Ты когда нормально научишься вообще что-то делать в этой жизни? Нет, мама! Кое-кто собрался день рождения. Поросенок, оно и есть поросенок. Я тебе и говорю, я больше за кофту твою испугалась. Блин, мне домой терна. Не надо, пусть все знают. Не имею 100 рублей, а имею маму с влажными салфетками. Очень видно, конечно, спасибо. Чё прикол? Пей только аккуратно.
Говно из ананаса. Не берите никогда эту хрень. Смотрите, кто тут? Это Карина. А это Сара. Я пришла на ее день рождения. День рождения. Спасибо. Пофиг. Что вы думаете, как обычно у меня вчера на день рождения села камера, и поэтому начинаем с нового дня. Посмотрите на мою новую помаду, мне она очень нравится. Сейчас я выезжаю по делам в офис, а потом мне нужно на съемку для благотворительного фонда. Look of the day, примерно, не знаю, что надела, просто белую футболку и вот такие вот бермуды. Мы в офисе, где все вот так вот хранится и собирается. Супер жарко, я не могу. Поставь вот это вот сюда. Я сейчас оселась для благотворительного сбора. Спасибо, что это заняло всего лишь 10 минут, потому что на улице 40 градусов, и я умираю. Поэтому я еду домой. Ветер, ветер, какой кайф, спасибо. Я зачем-то пришла на задний двор в такую жару, чтобы показать вам то, что я купила вчера в магазине косметики. Мой самый любимый аромадиффузор я пробовала многие, но они не пахли на всю комнату, но именно от этой фирмы пахли на всю комнату, и мой самый любимый с запахом ванили. Какой ванили? Это карамель, запахом карамели. Взяла себе тоник от COS-RX, и в этот раз я решила попробовать именно тоник с кислотами. Также от фирмы COS-RX я взяла себе пэды, до этого я два раза брала красные, они как раз таки с кислотами, а в этот раз я взяла наоборот успокаивающие. Вот эта маска была популярна, мне кажется, года 3 назад, вот эта вот пузыристая, но я ее так и ни разу не пробовала и решила взять для интереса. Дальше крем от Медипил с центеллой, у меня до этого был такой, мне в принципе понравился, центелла, она как раз таки тоже такая успокаивающая. Подходит любому типу кожи. Я прям бьюти-блогер, всем привет. Взяла себе альгинатную маску от Dr. Jart. Вот такую вот, я думаю, их тоже все знают. Еще взяла на пробу какой-то бьюти-блендер Banana Sponge, но мне сказали, что он очень мягкий. И взяла 3 тканевые маски. Одна от Dr. Jart и 2 от GM Solution. Я вышла с душа, теперь хочу сделать масочку. И заодно, конечно же, снимаю сторис. Господи, эта пена что-то быстро появляется. Это так прикольно, посмотрите, как она пенится уже. Кстати, у нас сегодня супер пасмурно, а именно сегодня я собираюсь пойти в студию с Раидой, чтобы поснимать тиктоки. Но сейчас супер тучное небо и пойдет дождь. Вау, просто спасибо погоде, начался дождь. Ну, кстати, вид у меня с балкона нифиговый. Как правильно есть окрошку? Я сейчас капец испугалась, потому что у нас белая дверь. Ну, как бы она была коричневой, но я сейчас покажу, и она белая. Тиктоки я еду снимать, конечно же, с Раидой. Мы поняли, что мы последний раз снимали вместе всякие танцы-шманцы в феврале. Юлька, можешь нормально сидеть? Я не нормально сидеть? Как вам наши аутфиты? Мы в студии. Мы уже полчаса танцуем, мы супер вспотели, потому что супер жалко, жарко. Жалко. И работают кондиционеры, да, мы снимаем тикток. И там, короче, в этом тиктоке движение... Ладно, ты это вырежешь. Я хотела сказать, что, короче, там все движения, которые у нас... Ой, туда смотрю. Все движения, которые у нас не очень получаются. Да что ты поправила волосы? Угорать, но у меня снова села камера, а мы вчера еще и застряли в студии, сидели там полтора часа, в итоге я ее каким-то магическим образом открыла. Сейчас у нас 5:40 утра, я поспала буквально 2 часа, это очень плохо, и я на целый день уезжаю на природу. Мы поедем с Челодым, Маловеком, с туром на Кульсай, Кайынды, я там никогда не была, я уже второй год хочу посетить эти места, но у меня никак не получалось. Ну а вас я, конечно, беру с собой. Так как вчера был дождь, сейчас на улице прохладно, и поэтому я надеюсь, что и днем не будет супер жарко. Еще зацените, сегодня нацепила вот такой вот микрофон на камеру, разобралась, надела, надеюсь, что звук будет еще лучше. Ну все, выезжаю.
Сейчас 10 утра, мы приехали на Черный каньон, это наша первая локация. Я была на Чарынском, но тут не была. А этот каньон, это как бы начало всего Чарынского. И тут вот так вот красиво, правда, я не вижу, что я снимаю. Только нам сказали, что тут недавно упал человек, и его потеряли, и нашли только спустя 4 дня. Уже 12 часов, мы приехали на Кульсай, точнее, нам нужно сейчас дойти до него, до самого озера, но тут уже очень красиво. Итак, мы направляемся вниз в озеро, я как гид. Мы приехали на сам Кульсай. Очень хотим покататься на катамаране или лодке, но пока что все занято, потому что слишком много людей и большие очереди. Поэтому мы пока что просто сидим и смотрим на вид. Там рыбка, кстати. Я только что почувствовала, как капнуло. Сейчас, наверное, начнется дождь. Спасибо. Красиво? Сфоткала? Ты видео снимаешь. Туристы, я хана бессмертная. Страшно. Ура, мы сели на катамаран. Хоть и начался дождь, но мы все равно смогли добиться этого. Такой ветер, дождь. Мы еще и снимаем видео. Я супер счастлива, потому что я очень хотела на катамаран. Мы немного покатались, начался дождь, ветер, поэтому мы вернулись в автобус, и сейчас у нас время кушать. Сейчас я пережила самую адскую поездку в своей жизни. Целый час были ужасные дороги, каменистые. Машина просто скакала из стороны в сторону, и я всю поездку молилась, чтобы я выжила, и мы не перевернулись. Сейчас мы приехали на Каиндым. Единственное, мы не хотим идти пешком, потому что это минут 40, и мы ждем такси. Мы наконец добрались до Каиндым. Просто посмотрите, насколько это красиво. Мы попали под сильный дождь, сначала стояли под елкой, потом в итоге зашли в юрту, там еще были минут 20, в итоге дождались такси, и сейчас снова будем час ехать по ужасным дорогам. Все, ребята, мы наконец-то вернулись к нашему первому автобусу, и сейчас, надеюсь, мы просто поедем домой. Как будто дождя и не было, прям светит солнце, очень-очень красиво, и вот уже закат. Ой. Кажется, это мой. Всем пока. Сегодня выдался суперактивный день. У меня такие не часто, но иногда прям хочется вот так вот просто уехать на целый день на природу, в горы. И хоть я физически устаю, морально я прям супер отдохнула, освободила себя от мыслей, вообще ни о чем не думала, прям ментально мне супер хорошо. Хотелось бы почаще вот так выходить, потому что это очень крутые эмоции, несмотря на то, что условия были не супер комфортные. Начался дождь, мы были полностью мокрые, но это наоборот придало какой-то изюминки, особенности этому дню. Я почувствовала себя прям настоящей туристкой. Как раз таки, когда мы шли под дождем, первое, о чем я мечтала, это набрать горячую ванну с солью, пеной из миксита и офигенно расслабиться. Что я сейчас и сделаю. Просто зацените уровень моего кайфа. Сейчас я наполняю ванну с пеной и буду кушать любимую мексиканскую острую пиццу. Еще я хочу добавить сейчас вот такую вот соль для ванны. Она сияющими частицами будет нереально блестеть. К тому же она еще и для похудения. Ну все, ребята, я пошла релаксовать. Момент, которого я ждала весь день. Жизнь прекрасна. Я просто офигенно сейчас провела время. Сделала масочку с розовой глиной, потому что она успокаивает кожу, и лягу спать. На этом я хочу закончить свой влог. Надеюсь, он вам очень понравился. Следующие влоги будут еще круче. А почему, скоро узнаете. Спасибо за просмотр.